Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы посмотрим на игру, которая называется Lord Hurray. Эта игра очень сильно похожа на Tower Conquest, но есть небольшие, конечно, отличия, ну а принцип, в принципе, тот же. В общем, я прошел обучение пока. Мне нужно пройти сюжетную линию 2.5. А я нахожусь в данный момент на 2.1. Все, что было до этого, это было обучение. Так, я пока проходил обучение, ребята, мне надавали целую кучу всяких персонажей. Их тут очень много. А еще очень много неоткрытых. Так. Половину я еще даже не тестил. Это у меня, походу, дело из новых. Хозяин дьявола. Адский пес. Огненный призрак. Злое око. Шар кошмаров. Интересно, а как их по уровню прокачивать, а? Как-то ведь, наверное, надо искать дубликат или еще что-то в этом роде. В общем, со временем разберемся. Так, что у нас тут? Проверить. Боевой пропуск. А это что такое? А, это повысить скорость. Награда онлайн. 100 гемчиков я получил. Что тут проверить, я не могу понять. Обзор наград. Это за что? Так, на почту что-то прилетело. Забрать все. Оу, 10 ключей дали. Ребята, 10 ключей, это значит, что я могу еще открыть 10 сундуков. Ух ты, елки-палки. Нажмите, чтобы обновить. Эволюция? Так, люди наносят на 15% больше урона оркам. Твою ж дивизию. Оу, тут еще под каждую фракцию. Понятно. Так, святыня. Что за святыня? А, ну я был только что в святыне. Так, в магазине. Понятно. Уходим отсюда по-тихому. А где сундуки открывать? Я уже, если честно... А, вот, вот. Вот здесь вот, по-моему, открываешь сундуки, ребята. Так, бесплатно. Ну что, открываем, наверное, с тобой? Погоди-ка. Вызвать. Подтвердить. Давай попробуем с тобой открыть. Мини-страж. Обычный. Воу. Рыцарь. Так, опять мини-страж. Камнежаб. Рыцарь. Гоблин. Так, демон мастер Дзен. Это, если не ошибаюсь, ребята, из Овервотча персонаж. Камнежаб. Огненный призрак. Бизнесмен. Эпический. Так, вытащить еще, но у меня больше не хватает, ребята. Так, открыть бесплатно, но это надо смотреть. Я так понимаю, реклама, да? Тут новые скины. Ладно, ребят, давайте мы с вами, наверное, будем все-таки уже проходить основную сюжетку. Так, что такое? Что за стрелочки вверх? Это я могу их прокачать, что ли? Развить. Ну-ка. Так, пройдите. Чего там? 2-4. Ага. То есть он вот так вот будет потихоньку улучшаться. Ого. Тут, значит, в шлеме, а в конце он все-таки снимает с себя шлемак это, да? Ладушки. Ну что? А против нас... Нифига себе, какой тут чудик будет. Слушай, я ведь могу поменять вот этого вояку? Или нет? Или это мне по стандарту? Хорошо. Поехали, друзья мои, поехали. Если мне дали великаншу, вот эту вот, которая бежит, то мы, в принципе, должны с тобой... А ее нет у меня. Так. Я буду ждать, ребят, я буду ждать момента. Вот этот очень быстрый. Ты дикий, ого! Это кто... Так, спасибо. Это кто такой? Фига он там бросает молот. Тихо. Ну-ка. На, гаденыш. Да нифига он. Блин. Он бросает свой молот и наносит массовую атаку всем. Неужели, блин? Офигеть, что-то как-то больно круто начинается игра, а? После обучалки, если честно. Так, ну как ты понимаешь, мы с тобой уничтожили ему замок. Так, все это я забираю. Я не буду утраивать награду, потому что, ну, смотреть рекламу как бы сейчас не хочу. Так, и двигаемся с тобой дальше. Ага. Ежедневный вызов тут какой-то прилетел. Что за ежедневный вызов? Башня астрологии. Так, мрачная дверь. Это все закрыто у нас. И что, и для чего у меня здесь? Так, если надо пройти основную сюжетку, зачем же вы тогда выпускаете их сюда? Объясни мне. Так, ну что, у нас с тобой
Миссия 2-2. Кто тут против... Опа! Это кто такой? Саженец дерева, эпический солдат. Рассеянный взрыв. А что он делает, этот рассеянный взрыв? Тут нельзя прочитать это, ребята. В Tower Conquest можно было бы это все прочитать. Блин, вот это что такое? Стрелочка вверх. У меня такое впечатление, что можно как-то их прокачать. Так, уровень. Тихо. Во, 7600 тратим, да? 12 уровень. А теперь можно, нет? Что там нужно сделать? Ага, пройти 2-4, чтобы дальше развить, да? Понял. Вот что значит, ребята, стрелочка. То есть мы можем с тобой прокачивать. Так, пропали этого лучника. Тебя, сколько у нас вообще денег? О, денег у нас с тобой вообще хватает. Больше не хватает. Все, сплавил. Ладно, ну не в этом сейчас суть, ребята. Нам надо с тобой победить. Где там эти аглоеды? Опачки, кто у меня здесь, друзья мои, доступен? Ты посмотри, кого я могу призвать себе. 1000, конечно, стоит. Тихо. Ну-ка, быстренький. Тих. В плане, подожди, а что сейчас произошло? Давай, солдаты, выходим. Медика вызываем. Вызываем с собой. Так, спасибо. Он еще взрывается, оказывается. Когда погибает, ребята, он взрыв наносит. Вот оно что. Давай быстро, рыцарь. Вот этот вот чудик, он взрывается, ребят, видишь? Офигеть, то есть он как бы камикадзе. Я хочу, ребят, позвать вот эту вот варвариху. Ох, она сейчас устроит делов-то тут, поверь мне. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. У нее такой дамаг, офигеть. Смотри, сейчас он. Смотри. Бумс. Просто все по барабану. Ну, я считаю, неплохо, ребята. Так, двигаемся дальше. Нам нужно пройти полностью с тобой вот эту вот сюжетку сейчас, чтобы перейти, видимо, на новую локацию. Так, 2-3, да, у нас ожидается. 2-3, давай драться. Кто тут против нас? Ну, слушай, второго уровня, это все для нас сосунки. Давай вот этого, наверное, прокачаем. Прокачать я его пока не могу. Но хотя бы хоть сколько-нибудь уровней я ему все равно подниму. У вас не хватает монет. Я уже понял. Идем на битву. Ну, первого-второго уровня, я думаю, что для нас это вообще не проблема. Гоблин пошел, да? Ну, против гоблина, естественно, рыцарь. Так, а это что за халабуда еще летит тут на меня? Лучник, давай. Пши. На-ка. Гоблины тут вообще для меня не проблема, да, по идее? Только карточки с тобой хапаем. Только карточки ДНК, карточки все потом. Так. Давай, рыцарь, беги. Я еще помогу вот так вот. Ну и все, я так понимаю, сейчас мы просто порвем ему замок. К ядре не фени. Давай еще одного рыцаря вызовем. Он такой быстрый так бежит. Тыдыч, все. Ну, ты сам понимаешь, да? Никаких пока проблем вообще у нас здесь нету. Вообще никаких. Ну, дальше, я думаю, будет намного сложнее. В разы просто. Вы только что собрали достаточно звезд, чтобы открыть звездный сундук. Вот даже как. Поздравляем, древохранитель. Ага. Подтверждаю, конечно же. Так, ну что, мы с тобой двигаемся дальше. 2-4, 2-5. Интересно, а здесь будут боссы или нет? Ага, 250. Это у нас всадник. А это кто такой еще? Интересно. Интересно глянуть на этого шитика. Гоблины бегают тут друг за другом. Поехали. Пока никто не выходит. Ага, вышел. Давай вот так, наверное, отправим. Он хоть и быстрый, ребята, этот рыцарь, но он почему-то какой-то... Оу! Летающий юнит, а вот это уже опасно. Тихо, 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 родные. Куда это вы полетели? Конечно, нам здесь лучники нужны.
Стоп, что-то мне вот это совсем не нравится, как у нас тут идет. Давай целую кучу лучников тогда вызовем и медиков. Я в идеале бы хотел этого рыцаря позвать. Ой, рыцаря, варвара. Это что-то типа, наверное, босса, ребята, да? Вот как у нас был в Tower of Conquest. Вот это что-то типа того. Такая, знаешь, волосатая чувиха. Бумс, все, ей вообще без проблем порвать чей-то замок. Вообще просто в щепки разбирает. Ну что, а мы с тобой тогда двигаемся далее. И остается последний уровень, да? 2-5 нам сказали, нужно пройти. Так, я получил 10 уровень. Так, бесплатно в этот раз. Какая замечательная битва, а вот ваша награда, возьмите. Спасибо. Вы можете развить участников своей команды прямо сейчас. Давайте посмотрим, как это делать. Ну давай. Опять обучение. Так, и кого? Вот этого можно, да, взять? Развить. Но а чего-то не хватает. Что-то ваша обучалка здесь не сработала, по-моему. Так, награда онлайн забрать. Забираем. Какой-то рубеж. Вау. Еще 200 гемов заработали, да? Ну, спасибо. Еще что-нибудь есть вкусненькое для меня, нет? Нету больше ничего. Так, и опять здесь что-то... А, ключик мне дали. Окей. А что за боевой пропуск здесь моргает? Получено, получено. Ага, это уровень... Я понял. То есть больше я пока здесь ничего получить не могу. Войти. Ух ты, день второй забрать. Рыцарь кошмаров. Слушай, ну неплохо. Так, задание. Что-то выполнил, да, ведь? Ежедневный квест. Забираем. Тут тоже забираем. И здесь тоже забираем. Так, наградочки. Отлично. Так, в магазин. А что в магазин? В магазине там все за деньги, ребят. Хотя, может быть, не все. Так, у нас с тобой 3000 гемов. Я могу открыть бесплатно. Зачем мне это нужно? Смотри, вот это он. А, это скин. Это скины. Золотой сундук. Получите 30 юнитов, чтобы забрать. Угу. Ключей у нас всего лишь 3. То есть, ну, делать мне здесь пока нечего, ребят. Поехали, 2-5, пройти в другую зону. Да, нам нужно пройти с тобой в другую зону. Для этого нужно подраться в этом бою. Опа! Так, рыцарь. Вот третьего уровня, да, хлобуда? А что такое зачистить, ребята? Так, что там написано было? Открой функцию зачистки, пройдя этот... ты понял, что мы можем? Мы можем с тобой заниматься фармом. То есть... Если мы проходим этот этап на 3 звезды, мы можем даже не играть в него, просто вот так вот зачистить и все, ребят. Ладно, будем это иметь в виду. Так, тихо. Так, интересно. Мой рыцарь будет посильнее, чем его. Ха-ха. Ну, бас, на. Блин, а вот это вот плохо. Мне нужно срочно моего варвара, ребята. Я хочу посмотреть, как варвар будет бомбить вот этого халабуду. Сейчас я накоплю. Давай-ка теперь промахнулся, что ли, дурила? На. Сейчас посмотрим. Ага. Накосе. Выкусь. Стоп. У него тоже есть такая же бабуля. Так, кто кого промнет? Да, конечно же, я, ребят. Ну кто может быть круче? Конечно же, я. Так, я еще одного варвара вызвал. Хе-хе-хе. Сейчас порвем. Блин, медик так долго идет, а, ребят. Еле-еле-еле. Ну, это не страшно. Давай так, фаербол с собой. Бамс. Да все, замку крышка, друзья, замку крышка. В дребезги, просто в дребезги. Так, интересно, куда мы сейчас с тобой попадем? Я прошел эту локацию 2-5. Нам было написано, чтобы перейти в другую зону. Давай посмотрим, куда мы с тобой. О, 11 уровень даже получил. Так, пройти сюжетную битву 2-5. Но я прошел ее.
наградушку. Так, нажмите, чтобы забрать. Ага. А, пройти в другую зону. Передовая мобилизация. Так, тренировка новичка. Так, пограничный призыв мы прошли. И вот у нас с тобой передовая мобилизация. Ё-моё. 3-1, 3-10 здесь уже. О как. Ну что же, давай смотреть, что это за 3-10. Так, тут замок-то, смотри, какой другой. Опа, это кто такие? Что это за ханыга такой? Горящая воля. Горящая воля, ладно. Я думаю, сейчас мы эту горящую волю с тобой быстренько забомбим. Надеюсь. А что интересно его замок может делать, а? Ну куда ты, куда ты? Это какой-то тролль. Это гоблин, это тролль. Так, давай-ка мы рыцаря вызовем сюда, оп. Давай-давай-давай, бомбим их всех. Фи. Легкотня. Ну замок такой, уже крепкий. Не так быстро разбирайся, если фаербол. Все, в хлам. Тут, кстати, можно еще, ты видишь, искусственный интеллект. То есть, если я нажму на АИ, то он будет, наверное, сам драться. Не знаю, правда, с какого это уровня будет доступно. Но такая функция, как ты видишь, есть. Уровень 11, да? Это вот моя команда. Я могу... Подожди-ка, как же там... А, это мой профиль. Слушай, а как мне сделать... Так, тут можно связаться. Подожди секундочку, я ведь помню, что формация, может быть, здесь как-то это все делает. А, да. Вот здесь, ребята, мы можем с вами изменить. Почему я не могу вот этого взять? А, это герой. Ну-ка, дай-ка я посмотрю вот этого героя-дракона. А сюда мы с тобой возьмем... Давай проверим, что это за купец такой. И хотелось бы еще кого-нибудь посмотреть. Например, вот этого. Так, медика я уберу, потому что от нее, ну, вообще толку никакого нету. Кстати, секундочку, вот. Блин, они все дорого стоят. А замок можно поменять? Замок. Что? Слушай, погоди, ну а эти же персонажи у меня есть. Почему их мне не дают? Интересно. Блин, не, ребята, замок у меня пока один. Ну чё, будем смотреть, кто здесь и что. Блин, ну если так посмотреть, там, конечно, прокачка нужна, блин, колоссальная. Ну все, 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 хорош тут уже бегать друг за другом. Так, ну что же, давай глядеть. Нужно много энергии мне. Очень много. Ну куда ты бежишь? Ну-ка, давай посмотрим, что это за медвежонок такой. Кода. Ну, я тебе скажу, что... Да порвем их тут всех. Так, а ты кто? Медленный, но уверенный боец. Тут ничего вообще нам никто даже... А, он еще, смотри, он дальник, оказывается, этот йети. Он бросается ледяными глыбами. Фу. Так, я хотел посмотреть. Вот наш герой. Он летает, ребята, это дракон. Твою же налево. Хотелось бы, конечно, посмотреть, как он в боевке работает. Но ты видишь, он не успел. Не успел подлететь, мы уже прошли. Ладно, ребята. Давай смотреть следующий этап. Так, 650. Слушай-ка, 650, это дорогой довольно-таки юнит. Даже у меня нет таких дорогих, слышь. Сейчас мы можем, наверное, с тобой всклопотать. А может быть, нет, посмотрим. Кто тут, что тут? Гоблин, вали нафиг. Так, гоблин, тролль, орк, всякая шелупень здесь идет против меня.
Так, он пока тоже не вызывает, да? Ну что, давай, наверное, фаербол с собой сделаем. Вызовем ледяного йети. Пускай он там бомбит глыбами. И кода. И еще медведя. А теперь будем призывать нашего героя. Вот он. Вылез. И что он там делает? Пши. Блин, опять мы, наверное, не успеем всего посмотреть, что наш герой будет делать. Воу. Ребята, он ураганом бомбит. Он просто бомбит ураганом. То есть этот дракон бьет, ну, смерчем. Такая у него атака. Как-то вот чего-то не хватает в этой игре, да, ребята? Вот в Tower Conquest есть, как бы тебе сказать, ну, как бы сказать, какая-то вот такая вот изюминка, что-то вот затягивает, да. Здесь как-то пока проходится, ну, все довольно легко и просто. И как бы интереса, ну, особого пока нету. Ну, меня попросили, ребята, вы, чтобы я посмотрел эту игру. Я и смотрю, а вы уже пишите свои комментарии. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты, куда ты бежишь? Кто это такой? Эй, тихо! На-ка! Фига он там бомбит! Ё-моё, тихо, родные мои, ты посмотри, он довольно сильный этот кабан. Так, окей. А, он перепрыгивает! Вот что он делает. Он перепрыгивает через моих бойцов. Ну, я думаю, что здесь мы выиграли. Да? Да, мы сейчас замок разбомбим, и все будет четенько. Все. Опять же, вначале подумал, что будет, ну, сложно, а, видишь, пробили чуть-чуть, и все. Но опять же, если будут какие-то проблемы, мы можем с тобой в любой момент поднять уровень. Так, у нас уже 12 уровень с тобой. Так, мы что-то здесь заработали, по ходу дела, да? Шар-светлячок, я вообще не понимаю, вот от них толк. От этих шаров-светлячков, как будто я буду их брать, да? Нет, конечно, брать я их не буду. Опа! Это что за обезьяна, ребята? Сила орка. Когтистый бегемот? Когтистый бегемот, окей. Так, какие тут уровни у них? Четвертый, да? Вот этого, может быть, нам с тобой... Прапать чуть-чуть. А как же интересно тут поднимать звездность бойцу. Я понимаю только уровень. А, ну вот, например, развить. А, должно быть две копии вот такого персонажа. А вот этого я, например, могу развить. Так, секунду. Вот у меня медведь, у него, по-моему, есть две копии, да? Фиг там у него две копии. А кода? Блин, он дорого стоит. Ладно, потом как-нибудь попробую посмотреть. У меня должны быть копии персонажей. Попробуем их с вами прапать. Ну что там, кто там? Гоблин идет на меня. Старый пройдоха гоблин. Мне почему-то больше нравится все-таки по графике Tower Conquest и... Как он называется там? Поймай курицу, если сможешь, да? Помните, я играл? Ого! А это вот чистая пародия на Tower Conquest. Ну, согласись. Все-таки она больше на Tower Conquest похожа. Так, ну-ка. Да все тут разберем и не поморщимся. Есть контакт. Забираем, конечно. Что тут, чем тут думать? Ну, двигаемся далее. Так, это у нас получается сейчас было 3-5, а тут всего 10, да? Доступен для покупки. Зачем? Мне этого не надо. Мы переходим с тобой на 3-6. Слушай, а почему, интересно, 3-5 вот так вот помечен красным? Пока, друзья мои, не знаю. Знаю только, что если мы с тобой получим еще 3 ключа, а мы сможем... Точнее, не 3 ключа, а 3 звездочки. Мы сможем с тобой... получить 3 ключа тогда. Ну, с этими олухами, я думаю, разберемся тоже без проблем. Всего лишь 2 типа юнитов будет против нас выступать. Ой. Это что, это замок такой или что это?
Походу дела, да, это башня. Ну-ка давай, медвежонок. Выживешь? Выживет. Он выживает. Так. Ну-ка фаерболом, чтобы знал свое место. Как-то легко. Ну-ка давай, главный герой, выходи. То есть смотри, тут каждый боец обозначается, да? Вот этот боец, это защитник. Но это главный персонаж. Да, мой дракон даже не успевает просто подлететь, как мы уже тут все, все разносим. Это было 3.6, сейчас будет 3.7, 3.8, 3.9, 3.10. Это мы с тобой перейдем уже в следующую локацию, да, получается? Ты видишь какие-нибудь проблемы? Я вообще никаких проблем не вижу. Можно с закрытыми глазами. Дай-ка я посмотрю, как искусственный интеллект, кстати, тут работает. Чё там? Посмотрите рекламу, чтобы получить привилегии искусственного интеллекта. Ты серьезно? А скорость я могу? Трындец. Вы что, издеваетесь, что ли? Пишут, посмотри рекламу, если хочешь иметь вот эти вот плюшки. Хорошо еще не написали, заплати 100 рублей. И будет тебе счастье. Так, давай кода вызовем себе. И нашего ледяного. Йети, так скажем. Да все, 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 тут все, ребят, тут просто прожали. Конкретно, оцени нас. А что оценивать-то вас? Вы слезали просто игруху Tower Conquest, немножко переделали ее под свой лад, вот и все. Тут оценки никакой, ребят, давать даже не стоит. Так, а здесь у нас... Да то же самое, такие же ватники, которых мы с тобой просто разберем. Так, давай. Я не знаю, тут вообще баланс будет какой-нибудь или нет. Мы просто нашего противника опережаем. Просто офигеть как. Даже по силе, по бойцам. Может, где-нибудь на 10-й стадии будет все намного жестче, чем сейчас. Ну, ты видишь сам прекрасно, что тут творится. Просто разнос вражин. Он ничего не успел сделать. Они еще тут просят деньги. Ну, типа, за донаты. Не вижу в этом смысла, ребят. Все, проще пареной репы. Я вот специально из принципа попробую дойти до локации 3.10, ее пройти и перейти уже на четвертую. Так, предпоследнее у нас с тобой задание. Кстати, я ведь могу, по-моему, взять? Конечно, могу. Три ключа. Для чего здесь гемы, тоже пока непонятно мне. Задание. Так, наградочку. 13 уровень. Просто уровни здесь как на дрожжах растут, поверь мне. Я пока обучение проходил, 10 уровней получил. Что такое святыня? Вот это вот я не могу понять, что это? А, вот оно как. Это эволюции. Люди наносят на 15% больше урона оркам. Так, и что? А где я вот это все? Так, серп, рубин. Святыня льдов. Хм. Приз. Нет, приз мне пока не нужен. Развить. Ага, вот, значит, да, тут написано требуется, требуется. То есть я никого... Ну вот этого же могу. Это что там, не тот материал развития, который вам нужен? Так, подожди, а... Ну вот, вот здесь вот. Видишь, один есть, может быть... Ага, вот, развиваем и... Вот, ребята, получает он две звезды. Также он получает новый... как сказать, не уровень, а... Скилл у него тоже прокачивается. Ну? Ну вот так это все делается, ребята. Две звезды. То есть, если у нас есть два одинаковых персонажа, мы с тобой вот так развиваем. Естественно,
чтобы прокачать потом двухзвездочный, да, на три звезды точнее, здесь нужно, чтобы у тебя было два персонажа двухзвездочных. Вот так это все, короче, делается, таким вот образом. Ну-ка. Сейчас посмотрим. Окей. Да, нету... Вот, вот здесь можно это проверить, ребят. Давай, раз, два. Так, две звезды, да, получает. Теперь смотри. Вон он, да? Раз, два. Так, а теперь... Подожди, подожди, подожди. Вот так вот. Ну да, ребята, вот таким вот образом это все делается. Как я тебе, в принципе, и говорил. Чем больше у тебя героев, тем больше ты сможешь прапать. Соответственно, тем больше и сильнее у тебя станет бойцов. Вот так вот. Все проще пареной репы. Вообще, все проще пареной репы. Чем больше у тебя карточек, тем сильнее твои персонажи становятся. Понятно. Ну что, 3-9. Поехали. Сейчас мы также здесь в хлам разнесем. Думаю, с этим не будет никаких проблем. Угу, вышел. Герой дня, да? Давай, медвежонок, рви его. В клочья. Так, я вот, вот этого призовем с собой. А вызовем фаербол. И вызовем дракона. Ну, друзья, я не знаю, как вам, но по мне так, по-моему, какая-то скучноватая игра. Пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Все, как-то пришел, победил, ушел. Пришел, победил, ушел. Ничего больше такого нету. Не знаю, в Tower Conquest, в принципе, то же самое, но там как-то, я не знаю, как-то поинтереснее, что ли. Да и по-графически поинтереснее будет. О, воу-воу-воу. Это кто такой? Это световая бомба. Это жрец эльфов, как ты видишь. Ну ладно, жрец эльфов. Давай-ка посмотрим. Что ты тут нам такого сделаешь? Опять этот прищелыг идет, а? Медвежонок, разберись-ка с этим оборванцем. С пеньком недоделанным. Ага. Так, тихо. Что-то вас тут накопилось многовато слишком. Я вызывать буду дракона, ребят, наверное. Пускай он летит сюда. Я увижу хоть этого эльфа-то сегодня или нет? Где? Где этот эльф, который мне нужен? Да ладно, вы серьезно? Да на тебе тогда фаербола. Друзья мои, он даже носа не показал. Этот босс. Просто его порвали и все. Да. Ни одного достойного противника пока я не увидел. Ни одного. Пройти в другую зону. Экзотический фронт. Мне кажется, что мы двигаемся вот в сторону этого замка почему-то. Тут еще какое-то кладбище будет. Ну да, тут территория. Тут как бы территория нежити, что ли. Здесь какие-то скандинавы, да? Лодки. А здесь, по ходу дела, территория каких-то эльфов. А, здесь еще территория есть. Территория гор. Драконы какие-то, сундуки. Ну, такая территория довольно большая, ребят. Территория довольно большая. В плане, я же прошел в другую зону. Да. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.